Всем привет, с вами Матмёт, мы продолжаем играть в эту игру под названием Паладок. И следовательно, продолжаем нашу просто боевую карьеру, военную карьеру против сил ада и зла. Итак, поехали. Рвемся в бой. У них уже появились какие-то опять скелеты-пираты, блин. Вот подспевает моя гвардия узкоглазых мышат. Так, давайте увеличим нашу регенерацию маны, увеличим ее скорость. С сюрикенами какими-то кидается-то скелет этот. Ничего себе. Так, что-то мы начинаем отхватывать. Мне это безусловно не нравится. Ой-ой-ой. Посмотрите, что происходит. Они прогрызают. Ого! Вот это, конечно, было неожиданно. Что это только что было? Ничего себе. Да, непростая игра, я вам скажу. Давайте сделаем. Не хочется мне, конечно, делать апгрейд за большие деньги, за такие, но, видимо, придется, без этого никак нельзя. Все, я думаю, этого нам хватит для того, чтобы в этот раз пройти эту миссию. Поехали. Сомнем их ряды. Все, наши мышаты стали намного сильнее. Так, будут они отсасывать, я считаю. Но я уже не та слабая армия, которая были изначально. Ох. Конечно, все равно как бы немножко тяжеловато идет.
черт. Ой-ой-ой, что-то они совсем воспряли духом. Мы получаем уровень. Ставим ауру защиты. Ну и все, терем точно задницы. Наконец-то прошли. Наконец-то. Так, я не собираюсь ничего покупать, я хочу наконец-то приобрести себе медвежат. Итак, поехали. В бой. Сейчас они у меня отпляшут. Так, ну вот эти, конечно, крепкие, блин, засранцы. Ну, это им тоже не поможет. Так вот. Что-то их уже побольше напирать стало опять. Ого. Что это за телевизор, блин, нога на ногах? Господи. Блин, он сильный, оказывается, еще собака. Если мне не показалось, то он бил по нам этой из фильма «Звонок» девочкой. Точнее, она вылазила из него и била. Надо, конечно, присмотреться. Но вроде именно так и было. Ой-ой-ой, опять они опять за свое принялись напирать на нас. Погляди на них, они начинают сметать наши ряды. Это тяжелая артиллерия у них пошла. И вон идет еще телевизор. Сейчас надо присмотреться, кстати. По-моему, там девочка из звонка вылазит. Да. Ну вот и все, на что они способны. Нужно как-то бы, блин, я не знаю, наверное, прокачивать мышек, потому что они у нас являются такой некой формой защиты наших задних рядов. Хотя, в принципе, я сейчас, если получу 10 тысяч, то я прокачаю медвежат, и они будут стоять на линии обороны. Так, вот у нас есть 10 тысяч. И все. Speed, delay. Да, теперь у нас есть медвежата. И теперь с нами лучше не шутить. И вот какой-то третий посох у нас появился. Мы его как раз опробуем. Battlefield мод. Угу. Угу. Ну, это что-то типа
Это, ух ты, король зомби. Смотрите, король зомби. Это что-то типа получается Plants vs. зомби. А, нет. Нужно обороняться как-то. Я не знаю, что эта фигня делает, если честно. Может, защиту дает? Ого-го-го-го. Нас это сметают. Так, это 30 стоит. Ну-ка, тяжелую артиллерию им запустим по первому флангу. Все, расправились мы с королем зомби. Получили, правда, всего две звездочки, но ничего страшного. Так, ну давайте сделаем апгрейд. И давайте мы мышатам тоже сделаем апгрейд. Итак, поехали. 10-я карта. 10-й, точнее, уровень. 10-я локация первого уровня. Я уже даже не знаю, как это назвать. Так. Давай, мышь. О, так это супер-супер удар, да, какой-то? Ай-яй-яй. Да иди ты нафиг. Я не пойму, он более сильный, да, наверное? Так, нужно срочно, нужны кролики, потому что по нам уже садят издалека. Ха-ха-ха.
где они там, кролики? А, вот они подоспели. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это мне уже не нравится. Медвежонка мы на них направим, раз такие дела. О, кролик, красавчик. Сейчас они отхватывать будут. Давай, медведь. Черт. Все, до конца мы докачали ауру силы. Все, закончились, мне кажется, их силы на этом. Хотя нет. Кролики назад, блин. Твари, а. Черт. Да, в этот раз у нас что-то затянулась наша битва. Черт. Опять, кажется, они сейчас будут сминать наши ряды. Блин, надо срочно, чтобы медведи подошли. Все, выиграли. Выиграли. Да, не просто нам далась. Не дался этот уровень. Но мы все-таки сделали это с вами. Итак. Надо апгрейды срочно делать, потому что без этого никак. Очень сильно мы отхватываем без апгрейдов.
Да и мышей надо, наверное, апгрейдить. Так, у нас какие-то еще появились аксессуары. Ицеринг. О, кстати, вот это я считаю очень хорошая вещь. Это... Так они даже не отличаются, как я понимаю. Итак, поехали. 11 уровень. Посмотрим, что это за фигня. Ну, вроде неплохая фигня. Так, и level up. Так. Начинаем вроде пробираться к ихнему логову опять. Нужно срочно дальнобойных побольше сейчас, кроликов этих. Ой-ой-ой. Это мне уже не нравится. Ничего страшного. Так, делаем еще медвежат. Воспряли они духом. Но ненадолго. Сейчас мы их с вами сомнем до конца. Вот и все. Goodbye, Лейтрот. До свидания, ребятка. Ребятки. И наша армия лесных... лесного взвода пробирается дальше. Итого у нас 3000. Что мы можем... Давайте кроликов разовьем, все-таки они наша поддержка. Это что? Вот это что? Ну, я не знаю, мне кажется, вот эту вот херню надо бы продать, нафиг она не нужна. Тоже очень хорошая вещь, я считаю. Это что делает? Poison. Давайте вот так, наверное. И вот так попробуем. Вот с таким вот раскладом. Выиграть в этот раз. И что-то там был нарисован череп в этот раз. Я даже не знаю, что это значит. Оп.
Вполне неплохо, да? Решили они нас скелетами задавить. Ох, ну их что-то чрезмерно много. Скелетов. Я даже и не ожидал. Ничего себе. Возьму на себя пока все эти удары. Нужно много медведей. Или давайте их задавим крысами и все. Раз такие дела. Они нас давят массой, мы их тоже будем давить массой. И разбавлять это более другими войсками. Серки Рауру сделаем. Не, что-то быстро крысята, конечно, умирают. Да, к сожалению, без медведей мы никуда с вами не двинемся. Черт, они на нас напирают. Да, это, конечно, неожиданно, то, что мы опять с вами отхватываем так жестко. Нас прям, блин, задавили. Да, нас задавили. Охренеть. Ну, что? Вот наша эпичная смерть. Этого следовало ожидать. Давайте попробуем заново. Угу. Они нас сдают, значит, дешевыми, да? И мы их будем дешевыми давить. Это что? Эх, короче. Погнали, попробуем еще раз. Будем давить их мышами.
Вот это я уже понимаю. Это уже выглядит намного лучше. И это тоже, как сказать. Да, у меня прям даже это, я даже не знаю, и что делать. Да, но их напирает еще больше. Срочно нужен медведь. Срочно. Так, вот мы опять все-таки подбираемся к ихнему логову. И может быть это наше вторжение увенчается удачей. В всяком случае, я на это надеюсь. Подходит подмога. И сейчас мы посмотрим, чем это все закончится. Надеюсь, что мы их все-таки осадим. Вот сволочи, у них тоже тяжелая артиллерия пошла.
Так, надо бы еще немного кроликов побольше, конечно. Что-то это жесть вообще. О, нет. Нас опять убили. Черт. Мы были так близки. Окей, ну сейчас, я думаю, мы уже явно с ними расплатимся по счетам. Короче, давайте еще одну попытку сделаем осуществить наш замысел. Сволочи. Опять напирают, блин. Где там еще один наш медведь, блин? Вот он на подходе. Так, срочно надо еще медведей. Штук 5 бы. Чтобы было все вообще замечательно. Твари.
Так, получаем уровень. Еще одну. Делаем ауру защиты. Я думаю, это нам не помешает в данной ситуации. Черт, опять они напирать начинают. Ой-ой-ой. А у них так оставалось мало возможностей для спасения. Да, неожиданный поворот событий. Ох, черт. Давай, кролик. Вот, блин, и мы опять просрали. Ладно, с вами был Мэтт Мёд. Или нет, я еще одну игру все-таки сыграю. Я не могу просто так оставить это. Давайте попробуем последний раз уничтожить их. Я надеюсь, в этот раз мы все-таки это сделаем. Так, уже вроде бы более-менее лучше. Давай, держись, медведь. Еще медведи надо.
так вот. Неплохая все-таки вещь. Да сдохни ты уже нафиг, козел. Да, эта вещь явно себя оправдывает. То есть можно копить эти 30 секунд, да, точнее 30 маны вот эти, чтобы просто хорошенько задать им взбучку. Очень неплохая вещь. Так, и мы опять вроде бы сметаем их ряды. Может быть, в этот раз у нас все-таки наконец-то все получится. Сейчас посмотрим. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это уже... Вот это уже не очень-то и весело. Это же какой-то босс у них. Притом он колдует без конца этих... зомбаков. Так, нужно срочно к нему пробираться. Ой-ой-ой. Вот так вот. Так, надо 30 маны бы опять накопить. Получаем уровень и... Давайте, я не знаю, более быстрое движение сделаем. Сейчас мы по ним нормально шандарахнем опять. Вот так вот. В принципе, не все так и страшно, да, вроде бы. Я думал, намного страшнее. Вот и все. Наконец-то. Наконец-то мы прошли этот уровень. С вами был Мэтмёт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И в следующем летсплее мы продолжим играть в эту незабываемую игру.